Книга «Открытым оком», том 1, тема «Природа», вопрос 472. В школе по истории древнего мира проходит материал о стоянках человека, возраст которых исчисляется десятками тысяч лет. Верно ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Неверно. История первых стоянок не может начаться раньше сотворения человека, но от сотворения Адама до рождения Христа 5508 лет. Потоп начался в 1656 году от сотворения Адама. Вот от этой цифры и нужно исходить в рассуждении о стоянках. Все остальное от лукавого. Строительство Вавилонской башни началось или закончилось через 721 год после потопа.